А подписчикам Никиты дают скидку на свапу? Подписчикам, если только групповую. Кровью и потом добытую. Если только групповую. А здрасте всем. У нас сегодня тестовый такой стримчанский на вполне себе интересную тему. Мы просто пробуем. Все это делаем в качестве тестов. В общем-то, сейчас я присоединюсь к остальным пацанам. Вкратце, в общем-то, что будет происходить? Есть такая херня, как фарминг-лига. Типа какой-то мега-крутой турнир. Хрен его знает, что там на самом деле происходит. Бешеные фонды. Но наша команда может быть инвалидов. Всем здрасте, друзья. Короче, попробуем сегодня сыграть пару раундов против команды Свапа Агро, которая... разрабы там и все такое прочее. Ребята, мы сейчас смотрим, как это все пройдет, зайдет ли это зрителям, зайдет ли это нам, и уже по исходу того, что будет происходить сегодня, мы будем решать, будет ли это продолжаться или не будет это продолжаться, будем ли мы набирать людей в команды, будем ли мы устраивать какие-то соревнования между какими-то другими командами. У нас сегодня просто тест, да, мы просто первый, на все смотрим, первый. Да, поэтому, в общем-то, все зависит и от зрителей, и от, короче, и от нас самих. В общем, что будет происходить как? Никита со своей командой уходит в свою комнату, я со своей командой ухожу в другую комнату. Все, удачи вам. И вам того же. Вам. Привет, Никита, это что такое? Это трэш и угар. Так, ребята, извините, сейчас на чат отвлекаться так себе возможность. Нахрен они Вальтру заблокировали? Вальтур забанили мою. А ты ее собирался брать? Алексей, ты походу будешь самый первый трактор выбирать, готовься. По-моему, ты самый первый будешь. Походу. Да. Поздно, кейс. Блин, если сейчас достанется мне Фент, вообще шикарно. Блин, у них и Фент, и Дойц Фахар остался. 60 километров ездят, но они без погрузчиков оба. Всем командам удачи и спасибо. А кто с тобой в спике сидит? Со мной сидит Алексей и Харрис. Они со мной сейчас будут играть в моей команде. Сейчас нам будут драть жопы. Или наоборот, как получится. Так, ну что, все по плану. Погнали. Леха, я беру Фенда. Успел. Выбирайте остальные, черные не берите, остальные блокируйте. Я сразу косить, а вы блокируйте. Я не успел теперь, короче. И... ну, я успел что-то взять, поэтому я пошел косить. Давай, коси, я догоню сейчас. Его еще разворачивать надо? Они... конечно, ты че, Гаррис? Я же первый раз играю, ну че? У них... физика есть сразу, кстати, чтобы в чате не писали, что мы криворукие, эти самые, очень сильно изменена физика здесь почему-то, управление. Да, я говорю, блин, вообще порулить не... так, а я погнал тогда собирать эти гребаные тюки. Мы играем не на корову, но выиграть хочется. Нет. Нет, это кто-то по мосту проехал у них. Я знаю, там. Блин, в нем еще сколько там. Фоллоуми не хватает. Так, все, давайте что? Разгружаться. Я еду туда, да? Да. Так, тюки, все, тюки, я пошел, да? Тюки только с собой бери, на поле их не оставляй. Никита, тюк, я тюк, на разгрузку, да? Да, давай. Харрис, другую эту самую только есть. Мост. Да, да, да. Потому что я сейчас... твою мать, что ты не складываешь? Ащ! Все, да. Жди теперь, пока опустится. И сколько ждать? Ну, не знаю, там время пройдет. Твою мать, у нас первый фейл. Они там грузят потиху. Да твою мать, что ж мне так с мостами не везет? Опять поднимался, когда я на нем был. Фига этого двойного трактора, короче. Какие... все, 6 секунд. Какая физика тупая. Нормально. 4, 3, 2, 1. Говорю, да, все. Первый слили. По тюкам-то, в принципе, 5-9. Тюкам, по да. коэффициенту. По коэффициенту слили. Да. Просто по коэффициенту. Нормально. Они через прицеп загрузили, короче. Да, вот это все решило. Так, не торопимся. Спокойно, спокойно. Спокойнее надо быть. 20 секунд. Может быть, успею, а сердечко бьется. А победить-то все равно хочется, хоть и не корова. Очень. Хоть и не корова. Вова. Блин. Ну ладно. В общем, вот это да. Да. Ну что, получается, друзья. Мы победили. Ура. Мы победили. У нас 13 тюков собрано. У них 14 тюков. Но за счет того, что мы зерна больше собрали. Да, коэффициент. Молодцы, красавцы. Мы собрали больше зерна и мы победили. ПДИЩ сделаем пока что вот так. Ура, что ура, мы проиграли. Кто-то просто на мосту долго висел. Да, все из-за этого
На мосту долго висеть — это плохое. Не сдавайся. Мы не сдаемся. У нас сейчас будет еще и реванш. И у меня сейчас... Я не могу перейти к ним просто в этот самый... Из-за гребаной игры. Здрасте. А снова здравствуйте, Никит. Ну что, я поздравляю вас. Я вас поздравляю. С поражением? Ну, а почему нет? Не так далеко разница, так что... Все решил... знаешь, какой момент? Коэффициент. И он разный был только потому, что вы через прицеп выгружались, а мы из комбайна напрямую. А еще я 2 минуты провисел на мосту. Нет, Никит, там маленькая разница в том, что... Вы туда комбайнами возили, что ли? Да, мы комбайнами возили. Нифига себе, вот это у вас тактика. Мы решили сэкономить немножко на этом времени, пожертвовать коэффициентом, сэкономить времени. Но у нас самый основной косяк был, короче, я застрял на мосту и висел на нем. Тридцать секунд потерянного времени. Да, и просто, по сути дела, можно было бы, ну, грубо говоря, 4 тюка, там мы вдвоем уже под конец там с Харрисом грузили, просто вниз 4 тюка запихнуть и вытянуть эту катку. А это ваш турнир или официально? Это официальный турнир, но наш. Ну, типа того. Это официально наш турнир. Да. В 15-м был официально лишь вроде, хрен его знает, это я все не знаю. Вам просто не повезло. И мы еще немножко это, криворукие. Ну как немножко, совсем немножко. Там физика, ёхэды. Да, ребята, вы тоже поймите, физика, мало того, что мы на сервере играем, в онлайне там, для тех, у кого лицензии, кто играет в онлайне, они знают, что физика в одиночке и в мультиплеере, она немножко разная. А тут она еще и на самой карте немножко другая. Поэтому... Они накрутили, видно, специально, да. Может быть, да. Так, я тогда заставочку вот эту нахрен убираю. Надо тюковщик комбайну цепануть. Дружище, надо еще follow me поставить, да, и автопогрузку. Здесь это все не работает, дерьмо. Крусплея вообще не хватает. Мы, по сути дела, если бы я не провисел на мосту, и если бы вначале Харрис не обломался с трактором, мы бы затащили. Но это если бы докабы. Попробуем еще раз по той же схеме. Так, Харрис, тогда я тебе чуть правее вот здесь вот скину. Да-да-да, чуть-чуть боком. А чё он не... Блин, понятно. Пинг. Все, Харрис, оставь это то, что ты там выгрузил мне, а принимайся за эти тюки. Что, много попадало, да? Один упал, по-моему. Два упал. Один упал. Нет, с той стороны тоже один. А, вижу. Сейчас запихаем, пофигу. Потому что я два ложил, два вещи переворачивает, выше я не мог поднять, не падал. Да нормально, еще 5 минут успеешь. Миша, отъезжай, я сейчас затолкаю. Да, отъезжай, я выгружаю. Чтобы запихнуть оставшиеся. Давай. Отходи. Вон тот тюк забери. Блин. Да ну нафиг, я застрял. Да все, уже 16 секунд осталось. Да что такое? Все. Можешь. Чем я комбайн? Да уже поздно, уже 30 секунд, уже все. 30 секунд, Харрис, тут, короче, какое, что я пихну вам? Да мне нечем его пихнуть. Я 200 хочу сравнять, 200. 271 у нас сейчас, короче. Да блин, ну че? Все понятно, Харрис, второй ты не успеешь, буду его пытаться прокинуть. О, попал я, наверное. Главное, чтобы он успел заехать. 8 секунд сейчас осталось, блин. Он едет. Успел. 300! Все сейчас пошутят про тракториста. И по тюкам мы тоже сделали, кстати. Но по зерну мы нет, как бы. Они, кстати, зерно, смотри, они больше зерна выкинули, а коэффициент не намного больше, следовательно, не может... Второй был, короче, желтым этим, как они ехали, собирали. Разгружался. Я понял. Давай, блин, застряли вдвоем. Нифига себе, они 20 тюков захреначили. 30. Первый раз они, наверное, это просто поддались. Они в первый раз поддались. Точно. Как минимум. Они натренировались, ну что, 300, ничего себе. Результат. Ну да, 20 тюков закидать. Неплохо. Сейчас, ребята, мы перейдем опять в основной. Играли 193-300. А здрасте.
А вот поздравляю! Но это у нас рекорд, да, 300 было. Да, 300 мы еще не набирали. Поздравляем, поздравляем. Спасибо, спасибо. А вы нас не поздравили, а я тебя в прошлый раз поздравил, вот. Мы поздравили, когда за что, Михаил? Я запомнил. Не, Михаил, мы же за это, за олимпийское участие. Да, 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 да. Победила дружба, ребят, ребят. Фэрплей, мы же сразу поздравили, как только вышли. Конечно, дружба. Да я вас поздравил еще, когда мы играть не начали. Поздравляем с тем, что мы не начали, да. В общем, вот такая вот фигнюшечка у нас творится, друзья. Сейчас ждем, пока перепустится, перезапустится сервер. Коэффициент не повысился. Они грузят... О, блин, они нифигово грузят. Погрузчиком и джоником, короче, грузят. И я... Сейчас они все втроем начали грузить, короче. Вот они нас сейчас сделают. Блин, застрял. Ё-моё, и он поднимается еще. Офигеть. Давай. Главное давай. Не провалить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Все. Как это разворачивать? Отлично, на X. На X. Или на B. Блин, я на 30 секунд выпал. Ё-моё. Меня поднялась. Они вниз пихать собираются джоником, короче. Они вниз запихивают. Так, Харрис, фиг ты успеешь их все закинуть. Будем закидывать вниз, около, да. Около 5 тюков у них внизу лежит, короче. Просто я когда сейчас разгружался, видел. Они уже нас обошли. Ай! Давай, 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 давай. Значит, упадет, запихнул. 14 секунд, у нас всего 1 очко разрыв. 10 очков у нас разрыв. 9 вернее. Дядь Вов, отъезжай в сторону, отъедь. Отъедь в сторону. В сторону, в сторону, в сторону. Аккуратненько, аккуратненько. Сейчас еще. 7, 6, 5. Блин, прикинь. Блин, вообще. 4, 3, 2, 1. Выиграли. До свидания. Да. Вы герои. Да. Браво. Офигеть, на последней секунде они тюк вниз кинули. Вот это было классно. Вот это было классно, ребята. Это было весело. Вот как-то так, да. Просто. Да, вырвали, да, мы. Вырвали в последнюю. Я уже думаю, все. 271, 272 у нас. Ну да, да. Все, фиг. Никита поставил жирную точку, запихнул вниз быстрее. Там просто, там последний ехал, свалился с конвейера, я с разгона просто в него влетаю, и вот эти последние 9 очков, которые зарешали. В общем-то, друзья, всем спасибо за компанию на стриме. С вами были своп-команда Агро и наша команда Алексей, Харрис, наши самые злые модераторы. Всем, в общем-то, по кусечке. Давайте, друзья. Такие злые. Спасибо. Все. Было приятно провести, друзья. До новых встреч. Надеюсь, мы это все повторим. Всем пока.